Смешение двух инфекций, коронавируса и гриппа, может привести к очень тяжелым последствиям. Единственный способ обезопасить себя – это привиться. Однако у жителей региона возникает немало вопросов. Помогает ли прививка от COVID-19 против гриппа? Можно ли совмещать две прививки? Ответы на эти вопросы в нашем сюжете. Осенью традиционно начинается эпидемический сезон. После летней передышки снова растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ. Однако и коронавирусная инфекция пока не отступает. В регионе ежедневно регистрируется порядка 180 новых случаев. В отличие от прошлого, когда действовали коронавирусные ограничения, в этом грипп может ударить со всей силы. И причин здесь несколько. В регионе снизилось число людей, имеющих защиту от гриппа. А переболевшие COVID-19 – новая группа риска для этой болезни. Это все в совокупности может привести, по мнению федеральных экспертов, к так называемой микс-инфекции, когда одновременно у человека может развиваться и грипп, и ковид. Действенный способ обезопасить себя – вакцинация. В Тверской области уже поступило свыше 210 тысяч доз вакцины. Большая часть – 177 тысяч доз, четырехвалентная. Причем ее состав отличается от вакцины прошлого года. В этом году для нас актуален грипп А H1N1 «Виктория» и грипп А H3N2 «Камбоджа». Это новые штаммы. У нашего населения против них нет иммунитета вообще. Как напомнил главный эпидемиолог области, вопреки расхожему мнению, вакцина от COVID-19 защищает только от COVID. На вирус гриппа она никак не влияет. А потому не стоит себя успокаивать, что грипп пройдет мимо, если ты привился от коронавируса. Грипп обычно проявляется в ноябре-декабре, поэтому сейчас можно отдать предпочтение прививке от COVID-19, а уже позже пройти вакцинацию от гриппа. Однако стоит помнить, что согласно инструкциям препаратов, между инъекциями нужно сделать перерыв длиной в месяц. Если человек привился от коронавирусной инфекции, учитывая, что вакцинация двукратная, то не ранее, чем через 30 дней после второй прививки гражданин может привиться против гриппа. Если кто-то привился против гриппа, то, соответственно, не ранее, чем через месяц он может привиться против коронавирусной инфекции или против любой другой инфекционной болезни. В регионе против гриппа уже привились 37 тысяч человек, взрослых и детей. Обе прививки и от гриппа, и от коронавируса можно сделать бесплатно в любом пункте вакцинации. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. И не пренебрегать элементарными правилами. Всегда мыть руки, надевать маски, держать дистанцию друг от друга.